Итак, дети, насколько я помню, на прошлом раунде мы начали... Я Спанч Боб. Ограничений... Привет, Спанч Боб. Тебя я поколочу первым. Итак, первое, что вы дал... Миссис Пав. Да, Спанч Боб. Могу я получить прощение на остаток жизни? Почему бы и нет, Спанч Боб? Да, миссис Пав. Простите. Я просто не понимаю, почему Флэтс хочет поколотить меня. Я ведь ему и двух слов не сказал. Здравствуй, я Спанч Боб. Раз, два. Вот ужас. Целых четыре. Что же мне делать? Что это? Кто-то идет. Он уже здесь. Надо замаскироваться. Да, понятно. Фу, я было подумал, что это... Вы не папа Флетса? Совершенно верно. Я сижу в классе рядом с вашим сыном. Он хороший парень. Я ничего не хочу сказать, но он собирается надрать мне задницу. Папа, что ты тут делаешь? Ничего, сынок. Я тебя предупреждал про общение с незнакомцами. Теперь он надерет мне задницу. Прочь с дороги! Прочь с дороги! Не видите? Он хочет надрать мне задницу. Привет, молодежь. Хорош денек сегодня. А кто тут любит задницы надирать? Ну, мы тебе покажем скорее. Бей его, ребята, бей его! Спокойно, спокойно. Я должен уехать, начать новую жизнь под другим именем. Квадратная губка в штанах, хорошо? Отрастить бороду, усы и забыть свое прошлое. Ага, кроме того, что я надеру тебе задницу. Что? А где я? Ты в больнице. Этот паренек спас тебе жизнь и дежурил возле тебя почти 5 часов. Да, мне сказали, что ты уже идешь на поправку, и я хотел убедиться. Что? Очень тронут. Я это учту, когда буду надирать тебе задницу. Он все еще хочет меня побить. Сколько нужно тебя учить, чтобы ты наконец понял, старик? Я так люблю молодежь. О, Гэри, я слишком молод, чтобы погибать. За свою короткую жизнь я еще столько всего не успел. Слушайте, передаю сообщение. Кто там? Пришел твой час. Все, я готов. Я же сказал готов. Ага. Ты слышишь меня? Я сказал готов. Как щекотно. Гэри, от меня отскакивают его удары, как будто я сделан из резины. А что это значит? Что завтра я пойду на работу?